Глава Якутии Егор Борисов принимает участие в 21-м Петербургском международном экономическом форуме. Он стартовал сегодня в северной столице. В рамках мероприятия запланированы встречи и переговоры главы Якутии с президентом общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком, председателем правления генеральным директором Росгидро Николаем Шульгиновым и президентом компании «Алроса» Сергеем Ивановым. Также Егор Борисов примет участие в заседании консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в субъектах Российской Федерации. В целом на форуме представители Якутии уделят большое внимание задачам общенационального ракурса. Как отметил Борисов, Якутия будет подходить к кандидатам на сотрудничество избирательно с учетом интересов республики и Дальнего Востока. Мы приехали прежде всего именно уточниться в той политике, которую мы сегодня формируем. Потому что речь идет о стратегиях, а республика уже сформировала и получила определенную поддержку правительства Российской Федерации абсолютно 2 недели назад. И, соответственно, мы должны свериться. Вот главная наша задача. Следующая задача, конечно, это инвестиционные проекты, которые должны реализовать на территории Якутии, где заинтересованность всегда проявляли и российские, и иностранные инвесторы. Если мы в прошлые годы в основном ставку делали на восточных, там, азиатских инвесторов, то речь идет о технологиях, речь идет о информационных технологиях, новых подходах. Поэтому сегодня интерес проявляем и так называемым европейским и другим поставщикам инвестиций.